Райская усадьба представляет. Сегодня у нас 3 июня 2016 года. Была сделана теплица капелька 3х6. Каркас теплицы сделан из профильной трубы. Извиняюсь, это у нас капелька крепыш. Каркас у нее сделан из профильной трубы 20х40. Полимерно-порошковая окраска. Конструкция установлена на брус, подготовленный клиентом. Поликарбонат использовали 4-мм, 0,72 плотности. По торцам установлены разрезные двери форточки. Внутри теплицы глухая перегородка. В принципе, больше особенностей в этой теплице нет. Простая, надежная теплица. Сегодня у нас 21 августа 2016 года. Была сделана теплица. Капля крепыш, да, правильно называется? Капля крепыш. Особенность этой теплицы в том, что каркас выполнен из профильной трубы 20х40. Что арки, что торцы. Теплица у нас шириной 3 метра, длиной 8 метров. Посредине теплицы установлена глухая перегородка. Сама конструкция стоит на брусе, который подготовил клиент. По торцам расположены двери форточки. Также в теплице есть два форточных блока. Управление ручное.